Ну, там, ребенок проиграл в какую-то игру, вот он идет такой понурый, он хотел быть героем, понимаете, а ему не получилось. И он чувствует себя фрустрированным, что он не герой. Ну, пойдите купите ему маску этого Человека-паука и поиграйте с ним, как он бах-бах, и вы такие бах. И ребенок все почувствует, что его как бы эго, в хорошем смысле этого слова, восстановилось. Он больше не проигравший. Или сыграйте с ним в какую-нибудь игру, чтобы он выиграл в ней. В нейромонстров. Там все побеждают. Все довольны. Поэтому поймите, что фрустрировано. И не пытайтесь, если грустный, развеселить. Ну, не работает это так. Почему грустный? Какая потребность фрустрирована? Хотел, чтобы что-то получилось, а не получилось. Давайте что-то другое получится. Хотел, чтобы какое-то внимание оказали. Думайте другой способ дать внимание. Всегда есть возможность удовлетворить потребности. Ну и на самом деле все равно потребность быть первым. Здесь не первый, там первый. Мозгу безразлично. Если он почувствовал, что он первый, ему уже все, он довольный уже, понимаете, полное счастье, полные штаны.